Итак, снова здравствуйте, и это снова Анна. Да, именно так, именно так. Это все-таки хорошая игра, и думаю, стоит продолжить ее проходить, несмотря на технические сложности и несмотря на не очень хороший движок. Ну вот, прям совсем не хороший. Ну все, как мы любим, конечно же, лаги, конечно же, баги, квадраты, мыло... Все классически, все нормально, все так и задумано. Театру. Театр Роял. Я попробую пока позаписывать вне стримов. И к тому же это еще и тестовая запись. И то, что я вижу, меня... вот неожиданность не удручает. Ну, по крайней мере, не настолько, насколько это удручает обычно. GPS не страдает, и Анна двигается вполне себе плавно, и даже музыка меня не перекрикивает, так что все вообще в ажуре. Даже как-то странно. Может быть, на видео будут какие-то багоглюки, но пока что все в порядке. Анька, можешь ты ходить чуть-чуть быстрее, там, напрягись, что ли? Поднапряги свои ноги-то. И вообще, вот, удобно бегать в этом платье? Мне кажется, нет. Не повод ли это его снять? Ладно, шутка. Давай, Анька. Бери свою... Что у тебя там в груди? Держишь ты кулачком. И побежали. Нам надо было что-то делать. Вот я только чуть... По-моему, нас попросил этот псевдо-буратино куда-то сходить. А вот куда? Секрет. Ой, какая же она долгая. Что скажешь? Надо, кстати, клавиши взаимодействия поискать, а то я что-то очень реально давно играл в эту игру. Difficult times are ahead, sure. But we have overcome difficult times in the past. We will not let Bonku manipulate us into seeing the world through his eyes. We are not objects. We are not inferior. I'm asking you to trust me, and that's not a small thing to ask. But I assure you, I have a plan. I will leave you for a short while very soon, but I will be back. And if everything goes as planned, the tables will have turned. I'd like you to remember that we have a guest. Treat her with respect. Just as you would any forgotlings. Her past actions... Так вот, пока он там несет пропагандскую чушь, я, пожалуй, погуляю. Я считаю, что не стоит озвучивать то, что и без меня и так озвучено, и к тому же есть субтитры на русском языке, которые, в принципе, видно, поэтому особого толка читать комментарии, вернее, субтитры, думаю, нет. Ну, для вас, в смысле, в озвучке. Другой F. На вокзале ко мне до сих пор относятся благосклонно, и кажется, все идет как по маслу. Начальник охраны вокзала Секти? Ну, видимо, Секти. Хорошо справляйтесь со своей работой. Если честно, будь повстанцем, я бы не спускал его со счетов. Со счетов? Неважно. Поглядываю на него с нетерпением. На небо, вернее, пардон. Ваш товарищ П. Что бы это ни значило, наверное, это круто. I'll be your master of disguise for the day. What? Let's get it on you. Get what on me? The disguise I made for you. You can change behind that screen. О, переодевашки. Круто. Только один момент, я проверю, как у нас дела со звуком. Потому что мне кажется, что очень уж тихо меня с... Не меня. Игру слышно очень тихо. Ну... По крайней мере, мне так показалось, но надеюсь, что это не так. Ладно, я пока так позаписываю, потом будет, думаю, нормально. Давай, Анька, переодевайся. О, какой эротичный момент. Чё, ты это уже? Ау, чёрт. We're gonna get it back. How will you do that? I will present you to Bulb as the specialist, a
and when we're in his house, you make sure to keep him busy. Meanwhile, I open a window so Fig can steal the Archon. Simple. Ну, он ее реально узнает. Что это за наркомания? Что это за коробка? Что происходит? Ладно, давай. No, he won't. Trust me. You look just like a moving box who got lost in the warehouse. In fact, you look a lot like my third cousin. But he might recognize your voice, so you'd better not speak. How can I keep Bulb busy without speaking? Trust me. Bulb will do the talking. You just nod and shake your head. Literally. What if I need to get your attention? Then wave and make some kind of sound. Let's try. Can you nod? Like you're confirming what I say. What a nice wave. Hello, Enforcer. It's me, Quill. Now, try nodding. Что это за наркомания? In case you don't know, you were just shaking your head. Try a nod. Пипец, какой мрак. Я надеялся, что она там оденет что-нибудь. Вернее, наденет что-то сексуальное, она тут, понимаешь, коробку нацепила. А, покачать, ну, понятно. Это озвучка. There's an actor hidden in you, Anne. You're ready. Let's go get your Arca back. Yeah, that's the spirit. I'll meet you at Bulb's house. Зашибись. Просто зашибись. Теперь она коробка. Отличный план Фига заключался в том, чтобы выкрасть арку у Ламба. А он хранил ее у себя. Потом Фиг вернет его мне, по крайней мере, обещал вернуть. А что если я просто приманка? Вдруг он сам стянет арку? Черт, это дело плохо. Если вообще выбор, остается только следовать за перо. Перо? Перо, в общем. За перушком. К домику лампы. Но кого я обманываю? Этими ужимками вряд ли кого-то получится провести. Да, это что жесть. А, это, видимо, какой-то квест я проходил. Клёвый робот, в кавычках. I was rather pleased with Bulb's leadership. He did have results, but I'm talking about a long-term resolution. О, у неё ещё и спина нарисована. Affirmative. That would be acceptable, but Fig is too liberal. Limits the quality in themselves. I say we need discipline, order. Bulb is the right for Godling to provide that. А куда мне идти? Сюда, что ли? I think that's what they're trying to do most of the time. There you are. Ready? I'm counting on you. Keep him busy. Let's go. Yeah, придется кнопочки нажимать. Ух ты, клёво. Yes. Oh, Quill, you're here with the specialist. Perfect. Come in. I don't remember seeing your friend before. Ah, Bulb. A joker as always. Of course you recognize the great, great Boxton. He's had key roles on several missions to the Tower Grounds. And I don't have to mention the incident in this morning's operation, I take it. Oh, great Boxton. Certainly, of course. I'm honored. That was quite a thing you did. He doesn't talk much after the incident. I'm sure you understand. Of course. Well, come with me. I've got the plans for our next mission upstairs. Жуткая наркомания какая-то. Просто пипец. Что это такое? Что они пытались тут сделать? А, они пытались перчатку разобрать? Вот сволочи. Ну я им тут запультики... Я как перчатку получу, я им тут устрою. Хотя это... Наркоманка сама перчатку просрала. The watchtower has always been a problem for us, but during the last mission we sabotaged the gates. My hope is that you have information about exactly how much damage we inflicted. Can we walk straight through the watchtower now? I see. That's news to me. I'll plot that in on the plan. What about the workshop? This morning's attack revealed that the last segment of the ether bridge is kept there. Did you see anyone guarding it?
Нет. Really? No guards? That's great news. I guess he relied completely on the Enforcer. We have a chance of destroying the last bridge segment then. Excellent. Any other security measures at the workshop? Mirrors, perhaps? Yeah. I see. So we must be able to get in after all. Splendid. By the way, those are some peculiar boots you have. Да, такое есть. I've seen boots like that before. They remind me of... Say, Bald, did you know that Mr. Boxton is also very well informed about anima systems and Arca theory? Really? That's wonderful timing. I have so many questions. Let's go downstairs. Between you and me, I'm experimenting with the Arca. I'm close to figuring out how to wield it. Как ей управлять? А нахрена он ее разбирал? Да вот наверху я вижу, они ее уже разобрали. Перчатку, в смысле. I've tried to map out how the Arca works. If my theory is correct, we're just scratching the surface of what this thing can do, and so is the Enforcer. Look, doesn't it seem like the Arca can actually store anima? Really? I got it right. I bet you had a similar theory, didn't you? Наконец-то приперлись. I knew it! The Arca can store anima! Remarkable! Fig, that wooden wimp is too scared to use it. I think we can do great things with the Arca. Are we on the same page, Mr. Boxton? Of course, a seasoned veteran such as yourself can recognize an opportunity when he sees it. Hey, you! Plumage! No snooping around. Stay down here. No one goes upstairs without my permission. Did you hear me? I don't want you upstairs. Oh, of course not. I understand. Вроде ничего не запорол, я надеюсь. The Enforcer? What I meant was, why don't you inform Mr. Boxton about your Arca theory? Oh, yes, I think you'll like this. My other theory is that the Arca could be among the very first crystals in existence. Perhaps even the one with which our whole world originated. What do you think about that, Mr. Boxton? Я прослушал, что он говорил. Нет? You're right. It was perhaps a bit far-fetched. Видимо, не важно, что я буду отвечать. Let a mere girl run around with the power to alter our very existence. That would be... Hey, what's going on? I thought I told you no snooping around. You sneaky feather duster. What do you think you're doing? Я что-то запорол? That sly little forger. Sorry about this, Mr. Boxton. I have to see if everything is all right with the Arca. Я нажимаю кнопки, но ничего не происходит. I could be the forgotling who discovers how to reverse the crystallization process. Пойду за ним. Перчатку еще не сперли. А, он ныкается. А, пробел. Что если попробовать отвлечь шумом? Шумом? Yes, I'm on my way. I don't understand. Что? Давай. Yes, I'm on my way. What do you mean? Да, я понял, что нужно отвлечь шумом, но надо, видимо, вниз идти. На первый этаж. А то этот ублюдок убежал наверх, и хрен его отвлечешь. Иди сюда. Yes, I'm on my way. Жаль, он говорит одни и те же фразы. Да его отвлекаешь. We're here, now what is it? Why did you? You lured me down here, didn't you? You want the Arca for yourself. No. No, that's absurd. Опять этот придурок с дверью возится. Boxton, but I am surrounded by forgotlings who lust for power and can't be trusted. Чё, я нажал нет. Я нажимал нет. What? Он уже свалил. И нам пора линять, кстати. Пора линять, коробка. Валим. It's gone. No. That was my last chance. I'm finished. This is it. I'm done for. Коробка, валим. Он сейчас придет, коробка, ну. Понятно. А, он даже вообще болт забил, да? Мол, я тут ни при чем. Ну и отлично, я считаю. Валим тогда отсюда.
Ну, если мне предатель этот даст мою арку, то всем хана. Я просто здесь всех испепелю к херам. Лам купился на наш карнавал, и фиг стащил у него арку. Прекрасно. Похоже, я действительно могу получить свою арку обратно. Ура? Наверное. А мне, пардон, куда? Теперь что-то тут белья как-то много. Подожди, там, наверное, на дневнике написано. Вернуться на поверхность по карте фига и дождать его там. Какой карте фига? Какого хрена? Какой карте? Он не давал мне никакой карты. Какая карта? Ничего подобного. Вообще ничего. Отстой. Ну ладно, пойду поищу выход сам. Thank you. Then what is your errand? Say no more. I understand. How bad is the situation? It is even worse than I thought. I must spring into action. Fear not. Help is on the way. Какой жестокий мрак. Что происходит? А ты можешь бежать? Может, выкинешь уже эту коробку? Она нам вряд ли пригодится. Хотя ведро я бы оставил. Ну, и можно отмахиваться, например. Ой, что-то игра пролагивает немножко. Это, наверное, из-за того, что я готовлю свою маленькую... Ну, не свою, а просто одну клевую игрушку. Чтобы записать ее, а потом выложить. Что, все, уже опять устало. Ой-ё. И куда теперь? Пойдем налево. А можно... А, нельзя сохраниться. Жаль. Идти тебя за ногу. Так он не давал мне никакой карты. По какой нахрен карте? Куда мне идти? Ладно, просто пойду вперед. Все равно идти здесь особо некуда. О, что это за записочка? Что там написано? Работа в канализации. Уважаемый мистер Строй. Я осведомлен о том, что чертежи для канализации получили одобрение, строительство уже начато, однако, к сожалению, в настоящее время возникли новые непредвиденные обстоятельства. Проведение земляных работ в западной части фабрики категорически запрещено. В данный момент я провожу там собственные археологические находки с целью получить новые сведения о исторических... вернее, о истории этих земель. Прошу подтвердить получение вами данного письма. Искренне ваш, владыка... Бонку. Интересно. Ладно. Классно. Записочка. Ну, видимо, мне не сюда. Пойду дальше тогда. Так. Пойду от старта тогда вообще. А, это и был старт. Подожди, это что получается? Я зашел налево. Вышел я вообще потом справа. Я зашел налево, потом зашел... Черт, а куда я потом зашел? Давай сюда зайдем. Нет, здесь я был. Может быть здесь? Оу. А вот здесь я не был. И сейф прошел. Ну и супер. Поехали. Устала без перчатки туда. Эх. Тяжело. Как? Пипец. Где он? Где он? Предал он тебя. Киданул. Ублюдок. Трак. Номер один. О! Кристаллики начали проявляться потихоньку. Что, настолько все плохо? Ух. Загрузочки. Ан, can you hear me? Oh, don't let it be too late. Ан, please give me a sign. Ан, wake up.
Ну так нацепи перчатку. Немножко вниз надо посмотреть, так, просто к слову. У него нет лица. Технически. Да-да, вот. Энн, оу, thank goodness. I should distill you on the spot. Do you have any idea what you put me through? There's my enforcer. Good to have you back, Anne. What happened? Getting out proved harder than I thought. The whole place is in an uproar after your escape and the disappearance of the Arca. Бери его вешать начал. I told you, I believe in you, and you're essential to bringing peace between the Forgottenlings and Bonku. That's what Master Bonku is trying to do. I know, but I'm confident you will succeed where he has failed. Before we do anything else, I have to show you the plant. The plant? Why? Let's call it the price of my help. I don't see what good it'll do. It's important, and you owe me a favor. Да хрен из два, она тебе что-то должна. You did save my life. Don't go thinking I'm suddenly on your side, though. Are you on Blanket's side, then? Blanket is... I don't know. A lot has happened, and I don't understand most of it. Just show me what you want me to see. Come with me. The answers will follow. А-а-а. Не надо так делать. Конечно, нет. Конечно, нельзя ему доверять. Что ты, какая наркоманка? Чего его разгадывать? Ублюдок он обычный. Не убегай далеко. Сейчас я до тебя... Эх, не дотягивается. А? Дотягивается. Почему? Ну почему? Ну почему игра мне не дает это сделать? А-а-а. Жалость какая, ладно. Впитываем. This way, follow me. Магию, так сказать. Наконец-то можно бегать. Да как я тебя схвачу-то? А, у меня же крылья есть еще. Крылья! Оп, недолет, недолет. Не, подожди-ка, надо это... Надо вперед прыгать. Оп. Чё дальше? Тащи. Чего? Ух, ни хрена себе. Come this way, Anne. Фу, сцепился. Опять эти прыжковые упражнения. Так, о чем я? Бонку хотел построить мост, чтобы переправить забытые вещи обратно и сделать их снова вещами. То есть вернуть все на круги свои. Своя, неважно. Вернуть вещи обратно, в общем, в мир обычный. I should call Master Bonku, just to let him know I'm all right. That's not a good idea, Anne. I usually report back several times a day. He must be worried. Why don't you call him after I've shown you the plant? Come on, there's an old service track outside we can use. Так вот, он просто пытался переправить вещи обратно. А вещи начали бунтовать, мол, они уже не вещи, они живые, бла-бла-бла. И чего? Дальше. Лично я за то, чтобы просто иссушить их нахрен и отправить куда угодно. Мне наплевать, в общем-то. Вот как-то примерно так. Что это такое? Похоже на фабрику. Ну, видимо, пригодится. И доложить, доложить обязательно нужно, врубаем. Врубай, Анька, врубай. Есть свет. Anne, are you all right? I'm sorry, I didn't. What mirror are you calling from? The old checkpoint 7. What are you doing out there? I know, Master, I'm sorry. You wouldn't believe what happened to me. Chief Inspector Magnum told me you are hunting this big character. I followed him into the sewers. The sewers? I want you home immediately, Anne. Strut just delivered the last segment of the Ether Bridge. I need only to install it. The rebels cannot interfere anymore. Forget Vague. I can't come home now, Master. I need to do something first. What are you hiding, Anne? Действительно, наркомания какая-то. Почему не можешь-то? Да расскажи ты ему! Там фабрика какая-то. I'm sorry, Master. I can't tell you that. I need to figure this out on my own. I want you home right now, young lady.
What's at the plant? What? What's at the plant? You know about the plant. It's our main generator, and a facility housing criminal forgotlings. I need to see it. Come home, man. Let's talk about it. I'll come home, Master. I'll explain everything when you get here. Goodbye, Master Ponku. Wait. Be careful if you meet Fig. You cannot trust him. Ясное дело. Oh, and Anne. Yes, Master. Remember, I'll... Master Ponku? Hello? Ублюдок. Отрубил питание. Так вот. Похоже, это фабрика, на которой держали этих маленьких фарготлингов, из которых высасывали энергию. Вот и все дела, практически. В общем. What are you doing? I'm trying to get the service car running. I called Master Ponku, but a sudden anima outage cut the transmission. Do you know anything about that? What's that supposed to mean? All I wanted was to make sure he didn't worry. I was just making sure we could use the service car. Не доверяю тебе. Find that hard to believe. Anne, let's not start this, please. I didn't mean to interrupt your conversation. So after you asked me not to call Ponku, you disrupted the animal flow by accident? Yes. Что это за варианты ответов? Нет. I'm not buying that at all. I'm sorry to hear that. Not as sorry as I am that you did it. I didn't do anything on purpose. Let's stop talking about it. Очередной кусок наркомании, только и всего. Ну давай, сожри его. Ну почему нет? Почему? Чё, давай дергать. Я быстрее дергаю. What? You know, when you're not out enforcing. Why are you asking me that? I just want to get to know you better. I train at the watchtower. You know, jumping, climbing, using the arca. Staying in shape is good. I'm partial to fencing myself. I'm not very good at it. I once accidentally stabbed my teacher. To be fair, she was a dummy. So are you. Touché. So what else do you do? I collect things. What kind of things? Things to catch my eye. Things that feel nice when I hold them. See? We already know each other a little better. I have to admit, you're not all bad. Why, thank you. Great, Madame Enforcer. So, Fig, what's with the wig? The what? I'm not... It's not a... It's a wig. I know you lost one at Central Station, and you replaced that. So, you found one of my many dark secrets. Yes, I wear a wig. That doesn't make me a bad forgotling. Not at all. In fact, it provides me with a certain... charisma. Oh, I agree. About the interruption of your call to Ponku. Let's not talk about that. Actually, I'm sort of looking forward to seeing the plant. I've never had a chance before. Something important always came up. We're almost at the plant. Наконец-то они заткнулись. Качай быстрей! Наконец-то. Прибыли. Fig? Yeah? You remember the ether, don't you? Well, the whole ether business is a little different when you're a forgotling. You mean it's different for me because I'm... was human. In the ether, a forgotling has a single purpose. The form we're given. I was a posing doll. A simple job. In the ether, that's all I could be. Down here, I can be who I want to be. But... all forgotlings here long to return to the ether. If you don't realize you can be anything but a teapot, you'll never try to be anything but a teapot. Once I reach the ether, I'll know who I want to be. When I first arrived here, I had no clue who I was or my purpose. Actually, for a long time, I was on Bunku's side. You're serious. Returning to the ether may not magically make you realize who you can be. Обычно для таких вещей есть профориентация. Чё? Чё он ляпнул? Мне подняться туда дадут? Ну-ка.
don't have to sneak in. I'm the enforcer. And to them, I'm the rebel leader. Good point. We'll take your way. Крылья, короче. Ха-ха. На самом деле здесь обсуждать нечего. Довольно наркопримитивный сюжет. Ну, фарготлинги. Ну, пытали их тут. Ради того, чтобы мост построить. Эх, удобно-то как. В курсе я, что туда. Подожди ты, надо мне еще запрыгнуть, да поползать по пыльным вентиляциям. Чего? Показывай. А, ты хочешь, чтобы я это отключил? Ладно. Не вопрос. Нет, фигню какую-то сделал. Во. Прям мультиплеер какой-то. Эй, почему он так быстро ползает? Анька, ползи быстрей. Может, и платье мешает? Может, его снять? Какая дверь заблокирована? Какая из них? Сейчас разблокирую, подожди. Ща, у меня же есть волшебная перчатка, я теперь тебе не такого наколдую. Должно быть лучше. Куда он делся? Сволочь, убежал. Так. Обязательно надо платье поправить. Ну, заключенных использовали как рабочую силу. И что? С того. Что-нибудь есть? Ничего. Жаль. Welcome to the realm. It's all very confusing, but it's only temporary. Master Bonku will have you ready and settled with a purpose soon enough. You work hard and earn that ether ticket back home. Is that what I think it is? This is where forgottenings arrive from the ether. So many forgotten things. What are they doing with them? They're deciding their future. It's an employment center. I suppose you could call it that. Так, сюда прибывают новенькие. И что с того? А, тут есть лестница. А можно мне сигануть? Нельзя. Там, видимо, стены невидимые. Эй, подожди. Чё он такой быстрый? Анька, ты поднажми, что ли? We need to catch a ride on that transport system. Ладно, но зачем? Мне ведь не придется страдать с этой псевдозагадочной херней. Вернее, псевдозагадками этими. Let's go. Ну, погнали. А чё, присел? Я тоже присяду. Нельзя. Не дают. Ну и ладно. Так, а куда нам дальше? А. Цепляй. Ну, закидывай ее наверх. Что держишь? Видимо, нет. Видимо, так покатаемся. Видимо, инерция на них не действует. Let's go. Try the left. А сам что, не мог? А, мне его еще держать надо. Ну, прекрасно. Иди, держи с той стороны тогда. Nicely done, Ann. Да, прям teamwork. Эй, а меня? А, тут лестница. Просто она наркоманская немножко. Прыгнул уже. Анька, ну хватит. Закидывай. Уть!
Почти как эти. Как крылья. Think about it. What's our guarantee that Master Bumpy will keep his promise? You don't like working here? Jill has worked here longer than both of us. Чего бы ему не пускать их обратно? Какая разница? Ну, мост и мост. Че, вниз, что ли? Ну, идем. Ну, хотя бы меня ведут. Вернее, хотя бы мне показывают, куда идти. И не надо решать наркозагадки. Поэтому все вообще замечательно. Давай. О, нет. Только не это. Только не наркозагадки. Не хочу их решать. Это слишком уныло. Чего дальше? Дай-ка я расправлю. Я так понимаю, надо придется покататься нам опять. Анька, какого хрена? Давай еще попробуем разок. Надо успеть на этот рейс. Давай, оп. Так, сейчас просто вверх. Давай. Анька, да твою мать, какого хрена ты это делаешь? Я нажал вверх. Она не прыгнула, вверх. О, это управление просто бомбезно. Ать, успел. Давай, о, наконец-то. Ах, как удобно. А мне что делать? Могу вверх прыгнуть. Я вижу, что там лестница, но... А, то есть все настолько плохо? Да какого черта? Это что за шутки? Я нажал на левый прыжок. Она не прыгнула. Только не уезжай без меня. Анька, давай, оп. Не успела. Понятно, кусок ты женщины. Вот что это за управление неудобное? Катастрофа. Не дают мне прыгнуть нормально. Так, а то чтоб тебя, Анька. Ну хватит, хватит меня мучить с этим управлением. Что я тебе сделал? Так, крылья. Оп. Запрыгнули. Хорошо. Теперь дальше. Надо запрыгнуть на эту платформу и с нее быстренько запрыгнуть дальше. Эх, приготовились. Так. Ждем, ждем. Пошел. Нормально. Сойдет. Ой, не. Опять. Только не это. Куда? Прыгай. Наркоман. Это ты вон по стенам бегаешь? Как шальной. А у меня-то прыжки, прыжковые упражнения. Понеслась. Оп. Давай. Оп. Иди ты в задницу. Ненавижу прыжковые упражнения в таких играх. Это, конечно, понятно, что платформеры и прыжковые упражнения практически часть этих платформеров. Потому что в остальном... Геймплей разнообразить в платформере проблематично несколько. Но ё-моё! С таким управлением это неудобно. Зачем? Что это за контейнер? Почему мне не дают управление? Наверху? Игра. Хватит лагать. Ой, какой ужас. Какие страшные лаги только что были. Ну, видимо, это связано с тем, что всё-таки у меня там что-то втянулось наконец-таки. Можно... жить. Не, я отсюда не допрыгну. Может быть, отсюда долечу, конечно, но и то не факт. Анька, повернись налево-то, ну, только не падай. Дай-ка я вот так на всякий случай просто... Ну вот, чего я следовало ожидать, собственно. Не, я даже с этой платформы не допрыгну, надо подключать вот эту вот байду. Ну, хорошо, что у меня была с собой магия в кармане, поэтому... Я могу ее просто зарядить и поехать наверх. А вот спрыгнуть уже, наверное, не получится. А нет, получилось.
This way, Ann. Но без магии будет уже грустно. Дай мне магию свою, я тебя... Это... А он мне все равно больше не нужен. Мы же все равно пришли посмотреть на фабрику. Нахрен мне этот манекен сдался? Ну вот, и заряд, кстати. Нет причины сушать. Почему? Да почему нет-то? Они все повстанцы, надо их всех убить, уничтожить. Ну что за нахрен? Don't start that again. I'm not. I'm just wondering if you ever feel bad. Yes, I feel bad all the time. I feel bad that no one seems to appreciate that we're slaving to provide the city with anima. And I feel bad that even a validated forgotling like you... ...who questions the purpose that Master Bonku gave you. There are so many other places we could work. Yes. I'm sure you want to clean streets, demolish buildings, or set up security mirrors. You know what I mean. I don't have a clue. And if I were you, I'd be careful with spreading that rebel talk around. I'm not rebel talking, I'm just thinking. Don't. It's better that way. Да, когда прыгает и перекатывается, превращается в такой колобок. Путь открыть эту дверь, ну само собой. О, что это такое? Нет, а, это Forgotling. А, дверь открыть еще и... О, начинается. Усилительные приколы. Там закрыто. Здесь контейнеры наполняют магией. Все. О, есть план. Зарядим уже готовый контейнер и бабах! И мне, кстати, нужен заряд на всякий пожарный. Стырю. И дверь открылась! Вот магия-то какая! Чего? Чего ты бегаешь? Что такое? Что случилось? Шо? Нам наверх? Давай. Наверх, так наверх. Скакун. Стеночный. Это немножко похоже на SCP. Такой мирок наркоманский. Чего? Пошли дергать вместе. Тут видишь, система какая. Для двоих. Давай. Ready? Three. О. Пардон. Давай еще разок. Ready? Three, two, one, go. Ну хорошо, хорошо, он мне был нужен только исключительно для вот этого. Так, нет, так мы не будем делать. Мы будем делать вот, наверное, так. Че, тяни? Рычаг. Нет? Мне тянуть рычаг? Ну давай, я потяну рычаг. Что, мне долго, что ли? В конце-то концов. Так, иди на ту сторону. Сам ты сломан. Все в порядке. Тяни. Тяни. Что за полудурок? А, ну хорошо, ладно, хорошо, он прям сломан, ладно. Сейчас. Так. Чего? Опять на двоих? Да что ж такое? Что же за система-то у них такая тут? Че, 3, 2, 1 же сказал. Ready? 3, 2, 1, go! Почему у них все через жопу так сделано? Там на двоих, тут на двоих. Наркомания какая-то. Так. Что это такое? Наверху там какая-то хрень. А, ладно, неважно. Nicely done, Ann. Да, прям. Teamwork. This way, Ann. Все, ну, можно от него избавляться теперь, да? You were caught red-handed faking Aether Bridge tickets.
There's only one place for you. I can make it worth your while. I'm sure there's something. Be quiet. Do you realize what a forgotling like me can do for you? Not interested. Stop talking. You don't understand. I'm not cut out for hard labor, but I'm a wizard with numbers. For crying out loud, would you shut up? Come on, I'll do anything. I got something you could do, actually. Yes, finally. What do you need? Could you take a few steps back, please? You got it. Now that's useful. Wait, stop! Quill! Why did he do that? Quill was a rebel. I guess he did some bad things, but still, that is not protocol. We do not treat forgotlings like this at the plant. They come here to work. Ну так они работают. I think I understand what you wanted to show me. This is an unfair treatment of forgotlings. I'll report this to Master Bonku. We haven't even scratched the surface. Come on. Это наркомания. I didn't deserve this. Это наркомания. No. Какие нахрен повстанцы? Чего? Это просто подсвечник. Подсвечечник. Да неважно. Канделябр, в общем. Ну, вообще, на самом деле, это было перо. Такое, для письма. Древнее. Но, тем не менее, ё-моё. Какая тебе разница-то? Don't take the stairs. This way. Да иди ты в задницу. Так, я надеюсь, сохранение уже прошло, поэтому мы можем спокойно... Я могу спокойно сказать, достаточно на сегодня. И, пожалуй, закончим эту серию здесь и сейчас, несмотря на то, что прошло всего 46 минут. В общем, такие дела.